Сегодня Рождество. Расскажи нам про чудеса. Как вы это определили? Ну, а мы расскажем всем. Расскажи! Расскажи! О, это было очень давно, 2000 лет назад. Ту ночь в городе Вифлеем родился младенец Христос. Никто не знал об этом, только ангелы, потому что все спали, кроме пастухов. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.
Рождество. И мы празднуем. Есть праздники, которые проходят через как листы календаря. Но Рождество на каждый год приходит, что вечным светом души озарять. Желанное чудо воочию родился младенец Христос.